Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про английского понтера. Английский пойнтер – старейшая порода охотничьих собак в Великобритании. Этих животных отличает элегантность, выносливость и физическая мощь. Они отлично справляются с ролью подружейных собак на охоте и прекрасно проявляют себя как питомцы в стенах дома. Первые упоминания об этой собаке появились в 17 веке. Раньше в Англии их использовали как охотничьи собаки. Вот, и они очень любят подолгу бегать, прыгать, и вообще очень всегда в хорошем настроении, людей любит собака. Английские пойнтеры – хорошо сложенные собаки. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 61 до 69 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 20 до 34 килограммов. Шерсть у этих собак короткая, плотная, хорошо прилегает к телу. Английские пойнтеры – умные собаки, они легко дрессируются, домашние обстановки спокойны, при правильном воспитании и социализации с самого детства, во взрослом возрасте эти животные способны отлично уживаться с другими домашними питомцами и ладить с детьми. Если она приходит в дом, то пытается подружиться не только с хозяином, но и со всеми членами семьи, вот, даже уживается с кошками, которые, правда, не проявляет свою агрессию в сторону собаки. Сама собака, ну, не будет начинать конфликты с какими-то животными. При уходе за английским пойнтером особое внимание стоит уделять ежедневным активным прогулкам с питомцем. Регулярные физические нагрузки важны для поддержания хорошего самочувствия животного. Что касается шерсти английских пойнтеров, то уход за ней не сложен. Достаточно протирать ее тряпочкой пару раз в неделю. Также рекомендуется регулярно стричь когти собаки, следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Единственная проблема у пойнтеров в том, что у них есть, ну, как бы слабое место – это дерматологические заболевания, и постоянно нужно осматривать кожу их на предмет различных недугов. Заводить только в том случае, если вы можете подолгу с ними гулять, потому что они любят прогулки, любят активность, ну и очень подвижные сами по себе, и тогда они будут в хорошем настроении и всегда позитивные. Средняя продолжительность жизни собак породы английский пойнтер составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!